Одну из самых обсуждаемых тем последних лет поднял Данил Васильев. Вопрос беженцев из Украины волнует всех до сих пор. Их адаптация в другой стране и отношение к изменениям в своей. Даниил больше 2 месяцев изучал этот вопрос. Моя конференция о беженцах с Украины по социально-психологической адаптации у нас в России. С какими проблемами они сталкиваются? Как им можно помочь? Также я их сравниваю с теми, кто переехал уже к нам в Россию давно, то есть жители стран СНГ. Я провожу такую корреляцию между ними, сравниваю, кто адаптировался лучше. Кроме участников, свои доклады представили доктора наук. Их с большим интересом слушали зрители. Всего 120 работ со всей России прислали на конференцию. Участники попытались разобраться в самых злободневных вопросах. Практически в каждом регионе мира задают себе вопросом, как дальше жить, какова стратегия развития, мирного сосуществования, без войн, без конфликтов, каким образом наладить гармонию с природой, с обществом, каким образом рожать и воспитывать детей. То есть целый комплекс сегодня социально-гуманитарных практик. Также президент Академии наук, социальных технологий и местного управления приехал с особой миссией. А сейчас позвольте выполнить приятную миссию. Президиум Академии наук, социальных технологий и местного самоуправления принял решение за выдающиеся заслуги в области научной образовательной деятельности принять в состав Академии новых участников. После общей части все гости и участники разошлись по своим секциям. По итогам проведенной конференции будет издан сборник статей, которые разместят в электронную библиотеку. Любой желающий сможет в свободном доступе открыть и посмотреть работу участников. Алсу Арсланова, Максим Липин, новости НТР.